Arena bei 28 Grad und das um stehen. Also die muss man ein bisschen warten dort unten, weil, ja, Zinedine Zidane, ein bisschen später, im 98 im eigenen Land, da wollen wir ganz weit vorne sein. Hat konzentriert Europameisterschaften im eigenen Land, da haben sie im Finale den Griechen von Otto Rehhagel unterlegen. Имея в виду выход своей команды в финал, правда ли Лиан Тюрам, когда ему задали вопрос? Раймон Доминек и французы будут начинать с центра поля. Они в белой форме. Португальцы видел и Малуда. Удар у него как следует не получился. В створ ворот не попал, но и прежде всего задел на весь матч. Но я уже сказал о том, что недостатка прогноза Криштиану Роналду и Фигу, которые могут играть оба и справа, и слева, постоянно меняться места. Возможность начинать и развивать свои атаки. Я думаю, вы прекрасно слышите свист. Это свист, безусловно, правого мяча ударами из-за пределов штрафной. Об этом тоже много говорилось. Вот давайте посмотрим повтор эпизода. Всем видом показывал португалец Зидан. Оставляет мяч. Маниши, удар! В своем стиле издалека зарядил. Добивать то, что требуется от нападающего. Причем Абидаль навешивает. Нет, навесник раз получился прост. В конце компанию развил на трансферном рынке, что чуть ли не весь состав готов. Мадрид. Дар! Удар не получился, и там на пути мяча встал Нуну. Оба гораздо опаснее у французских ворот. Так подошел к партнеру и уже сделал пас, сыграл. Не поддался на финт Анри. Мяч отобрал у француза и сыграл он в мяч. Ну вот Криштиану Роналду на газоне. Доминек показывает, что была рыбка. Никакого нарушения правил. Ой, здесь Карвалет. Это еще удар! Гол! Гол! Национальной сборной. Зачем? Спрашивали многочисленные болельщики. Рикарду Авьера, о котором я говорил в начале репортажа. Удары. Навес. И Бартес здорово сыгролетел, но там разобрались в центре защитники. Еще один. Навес требует. И от ноги. Навес не дотягивается до мяча. Барри Зидана было много моментов, связанных с красными карточками. В общем-то, на ровном набирает ход, идет вперед на двух соперников. Начал пенальти, арбитр против него. Андрей входит в штрафную площадь, удар! Рикарду выручил, так вот, с реакцией все в порядке, пенальти. Бил, но Бартес был на чеку, и к тому же в створ ворот мяч не попал. Не пробить. Роналду идет по флангу! И вот все более и более... Быстрый, неудачный номер был у Мигела сегодня, наверное. Трент по счету идет к тому, чтобы покинуть раньше времени чемпионат. Мир бил в дальний угол и здорово сыграл Рикардо. Бартес на выходе курсирует вдоль линии штрафной. Конечно, было бы более опасно, если бы он берет инициативу в свои руки. Подача и Зидан, вернувшийся на Паленте. Прострел и... Легкий, да, ну, неудачный номер был у Мигела сегодня, наверное. Криштиану Роналду. У программу восстановления ветерана французской команды, который можно биться. И команда выглядит очень здорово, очень цельно. Ну и к тому же вот этот самый Дюверн, подкат сзади, хоть и в мяч было сыграно, но за такие подкаты арбитры карают сотворить. Не дай бог, конечно, для французов. Подкат, падение постоянно. То, о чем французы говорили, уже в который раз, то и пенальти. Роналдо бьет, ну что здесь, удар! Кстати, второй эпизод уже, когда сегодня французский голкипер действует. Что сделал Бартес бессмысленно, а сделал он все для того, чтобы... Он говорил, что имидж этого юного португальского полузащитника, пусть и очень одарен. Фигу, навес, опасно! И рискует в случае успеха в сегодняшнем матче получения игры... Буквально Маниша здесь остался у линии штрафной площади. Ну и вот тут сыграл не слишком расторопно мяч. Победить очень неуступчивых, и на данный момент все решает один единственный момент. Атака, атака, бездействует. Ну, может быть, сейчас удар!
кульминация, апогей, пик, называйте как хотите, последние секунды этого матча. Если... Сборная Франции выходит в финал чемпионата мира. Французы, которые в матче...